Здравствуйте, дорогие катеры, их близкие, сочувствующие. И снова с вами Алексей по прозвищу Факс Маэстро. Сегодня мне в руки опять попала планка Кор, по поводу которой возник один небольшой вопрос. Насколько хорошо раскручивается планка после выполнения катни? Давайте посмотрим, как устроена планка. Мы цепляем планку, фиксируем ее пальцем и видим, в настоящий момент планка готова к использованию. Положим, мы крутанули несколько кайтлупов. Получили вот такую вот косичку. Нам нужно раскрутить, нет необходимости раскручивать планку, можно просто ее к себе притянуть. В этом случае произойдет следующая ситуация. Вот закрученная в косичку планка. Вот она самостоятельно раскрутилась. Давайте ее закрутим еще сильнее. Раз, два, три, 4, 5, 6. Пожалуй, хватит. Тянем. Еще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Планка раскручивается. Теперь можно предположить, что у меня слишком слабое натяжение строп, и поэтому это выполняется так легко и непринужденно. Сейчас мы запустим кайт вверх, я сделаю несколько кайт-лупов и попробуем раскрутить планку после этого. Итак, было выполнено 3 кайт-лупа. Имеем закрученную в косичку стропу Depower. Притягиваем к себе планку. Получаем раскрученные стропы. В настоящий момент планка раскручена полностью. Если после выполнения кайт-лупов вот этот участок планки закручивается в косичку. Сейчас я смоделирую это без кайтлупа. Выглядит это примерно таким вот образом. Для того, чтобы раскрутить стропы в таком случае на обычных кайтах без такой системы, необходимо крутить планку. В данном случае мы просто притягиваем планку к себе и видим, что система автоматической раскрутки обеспечивает выполнение этой задачи. Готово. Моделирую это с помощью кайтлупов InVivo. Вполне достаточно, чтобы убедиться, что получили такую же косичку. Что требовалось доказать?